Вот перед вами три листика, укорененных где-то на Новый год. Я укореняла эти листы прямо в начале января. Это я от мамы забрала. Вот три листика. Я три уже выбросила, а три хочу показать вам. Это грунт на основе верхового торфа, то есть с примесью низинного торфа. Вот это ватная дикота. Укорененный лист, как я уже сказала, в начале января. А это тот же укорененный лист ватная дикота в Классмане. А, то же самое, где-то в конце декабря я укореняла два листика в стаканчике. Уже посмотрите, какие детки. Их уже можно отделять от листа. И здесь смотрим, ничего нет. Даже корней нет. И похоже, что образовывается вообще пяточка. Может, там и есть какие-то зачатки деток. Ну, это же уже сколько времени прошло? Сегодня 2 мая. Январь, февраль, март, апрель. 4 месяца. Ни корней у листа, ни деток. Ну, сам лист зато зелененький, хорошенький. Смотрим. То же самое. Вот. Похоже даже, что это пяточка. Не знаю, будет вам видно. Они даже листья болтаются спустя 4 месяца, потому что корней они не нарастили. Ну, вот тут есть какие-то зачатки деток. Так что, если вы хотите, чтобы лист укоренился быстро, чтобы быстро выросли хорошие детки, все-таки используйте верховой торф. Верховой торф, если у вас там, я не знаю, ну, 10 листиков, да, нужно укоренить. Можно купить торфяные таблетки, но только не вот такие. Вот я купила. А что я что-то хотела сюда, наверное, пеларгонию хотела укоренить. Я их размочила, и посмотрите. Вот это... Так, сейчас. Ну, видно, да, что это плесень. Это значит, что они некачественные. Вот эти торфяные таблетки шли в наборе, в фикс-прайсе. Мне они вообще не понравились. Вообще, черти что. Вот. Я их выброшу на улицу. Ну, как выброшу? А где-нибудь петунью буду в кашпо высаживать. И вот использую. Потому что... Ну, все же деньги стоят. Вот. Но для домашних цветов, тем более для фиалок, стрептокарпусовой бегонии, такие торфяные таблетки я использовать не буду. Я, если и покупаю торфяные таблетки, то только те, которые продаются в цветочных магазинах. Ну, поштучно, да? Я не знаю, какая это марка, скорее всего, Джиффи. Они стоят вот 10 рублей цена. Ну, вот таких размеров таблеточка. Вот те хорошие. Там сразу видно, что это верховой торф, то есть коричневый. А здесь видно, что какая-то смесь просто черная. Это, кстати, производитель Гера. Вот это я точно помню. На упаковке была Гера написано. Так что в фикс-прайсе торфяные таблетки, которые очень часто продаются прям сразу с тепличками, все-таки лучше не покупать. В общем-то, я надеюсь, понятно, что для того, чтобы наши фиалки быстро росли и быстро зацветали, нужно начинать именно с азов. Азы у нас это как раз укоренение листика. Укореняем в торфе. Используем теплички, освещение. Все это способствует быстрому укоренению. Где-то 3 недели лист укореняется, и спустя 2, максимум 3 месяца уже должны появиться детки. Ну, есть такие сорта, которые там до 4 месяцев вот этот весь процесс растягивается. Но если за 4 месяца детки так и не появились, вы видите особенно, что листик болтается в стаканчике, не наращивает корневую систему. Значит, уже 100% что-то идет не так.
Вот, нужно смотреть и или переукоренять лист, или укоренять заново. Вот такие замечательные детки. Они у меня уже вот зацветают. Я не знаю, сколько с момента посадки, укоренения, вернее, листика до сегодняшнего дня. Ну, вот дату я не подписываю. Не на всех подписываю. Ну, приблизительно. Где-то месяцев 8. Кстати, это вот у меня РМ ягодный мармелад. Посмотрите, вот две деточки. И они у меня по сорту. Вот. Это вообще спортивный сорт. Я часто слышу, что вот спорт, спорт, спорт получается. Ну, вот у меня только один спорт был от этого сорта. Остальное все процветает по сорту. Так, ну на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Обязательно пишите свои комментарии, делитесь своим опытом. Всем всего доброго. До свидания.